Ну что ж, всем хэшки, с вами Тамплиер, и у меня для вас куча объявлений. Для тех, кто не захочет смотреть все объявления, а захочет увидеть сразу начало летсплея, пожалуйста, или первый комментарий, или в описании даже будет, если я не забуду, а если забуду оставить тайм-код, то вы, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, или же, ну да, добавить ссылку в описании вы не сможете. Пожалуйста, напишите в комментариях тайм-код. В двух словах, по объявлениям. Темп заболел. Как всегда, перед началом отопительного сезона, это конец сентября, начало октября, я вот последние лет 6 начал за собой замечать, я болею, все, это постоянно. Пункт номер 2. Записывать я сейчас, ну как, мне немножечко сложновато, потому что есть два варианта. Или записывать, ну, максимум час времени, а потом все это монтировать под вот такой вот гул. Сейчас. Вот. Он вроде бы и не слышен, но все-таки неприятно. И я боюсь, что он будет отражаться все-таки на фоне видео. Теперь третье, самое страшное для большинства людей новость, это минус семеры. Как же я обожаю криворукие сервисные центры. У меня, как и в принципе на всех андроидах, начало расшатываться зарядное гнездо. Уже и на планшете. То есть на телефоне-то уже было расшатанное. И сейчас телефона у меня практически вообще нет. Ну, как есть старый телефончик, который 5 часов батареи держит. В общем, получается так, что я сдал его в ремонт по дешевке, чуть ли не через знакомых. И кто-то очень умный подумал, что этот планшет, кроме того, что там нужно починить гнездо, нужно полностью вычистить и выпылесосать все из планшета. Да, извините за кашель. К сожалению, он будет. Хотя, возможно, я его и повырезаю. Второй вариант, скорее всего. Ну, посмотрим. И получилось так, что мне, когда возвращали планш, я включаю и... Стоп, а где все? И чел на меня такой смотрит, ну это самое, вроде бы все. И до него доходит, что второй мастер, который занимался моим планшетом, решил его полностью подшить. То есть поставить ту необновленную еще официальную прошу, которую я дома, пропуская мат, еще обновлял. В итоге доплатили еще мне. Потому что знакомые знают насчет моего YouTube-канала, прочего. И отчасти тоже с этим связана задержка выхода видео. Но по большей части из-за того, что я болею. Вроде бы более-менее начал приходить в себя, но не особо. Скорее всего, все-таки буду вырезать этот кашель, потому что это редкостная жуть. Текстуры. Я вроде бы там поднакачал, да. Те, которые нашел, я поднакачал, но, блин. Все-таки возьмем без текстурок, потому что многие просили без текстур играть. Так, Terrain Continent. Давайте сделаем нормальную генерацию мира. И все оставим так, как есть, по дефолту. То есть оставим все и просто засетапим. А, еще сетап плеер, это же 2.1. Ох, так. Ну давайте дефолт. Почему бы и нет? Ну что же, очередной летсплей по Survival Craft начинается. Всем хэшки, с вами Тамплиер. Эх. Давно не говорил этой фразы. Ну, надеюсь, у меня голос не сильно поменялся, хотя все возможно. Плюс вы увидите сейчас, что я очень,
очень плохой человек, потому что сегодня 12 октября, а я не знаю, когда вы увидите это видео. Я вполне спокойно перенесу пару тонн помидоров гнилых в мое лицо. Пишите в комментариях все, что вы обо мне думаете, и о дате выхода видео. Но я хочу сейчас назаписывать пару тонн видеоматериала, а то и больше. Их отмонтировать, залить на канал и выпускать ежедневно, наконец-таки. Все-таки хочется вернуться в ту стезю, но... Учитывая то, что планшет записывает только через микрофон, я так понимаю, все-таки кашель останется в видео. Но я все-таки сделаю две версии. Вот эту без монтажа выложу на лайв-канал, но тоже не сразу. А все-таки отмонтированную, где я вырежу кашель, я вырезу... уже и заговариваюсь, растерял скиллы к плейщикам. Выложу на основу. Примерно как-то вот так. Судя по первичному осмотру близлежащей территории, у нас получается так, что у нас повсюду вокруг холодные биомы. Так. И о чем же я там говорил? А, насчет задержки по видео. Плюс еще учеба, то есть нормально устаканить мой рабочий, так сказать, график. В ближайшее время вряд ли у меня получится. А поэтому все записав и выложив уже хоть какой-то злив материал на канал без общего доступа, где-то там пару десятков видео, я продолжу снимать, монтировать и постараюсь поддерживать темп съемки видео. Хотел как-то это красиво закаламбурить, но я уверен, что в комментариях закаламбурят это лучше, потому что кто, не как мои зрители, смогут закаламбурить слова «темплар», «темп» и перекаламбурить это все. Ведь в комментариях всегда находятся профессионалы. Даже я уверен, что они даже перекаламбурят музыкальный темп, и даже кто-то найдется, человек, который играющий в Hearthstone... Так, стоп. Я недавно просто парочку летсплееров Hearthstone начал посматривать, и темп у них это как бы тратить ману в ноль подход. Ну, в общем, это Hearthstone-ский сленг, не обращайте внимания, это очередной бзик темпа, а точнее увлечение. Хотя все то, что не относится к Ютубу и производству контента, можно назвать у ютуберов бзиком. Как по мне, в принципе, вот этот островок довольно-таки неплох, чтобы начать пытаться выживать. Потому что, зная близлежащие проблемы, а именно отсутствие еды, потребность в дереве и мою болезнь в реальной жизни, приходится сдерживать кашель. У меня надо все-таки будет мятные леденцы купить или что-нибудь похожее, чтобы хоть на время летсплея была возможность более-менее не кашлять. Фух, это будет довольно сложно. Да. Но все-таки первое дерево мы попытаемся добыть сейчас, чтобы в нас не попала молния. Животных я пока что опасных для себя не успел заметить. И это однозначно радует. Так, в принципе, 4 дерева нам должно хватить, да. На первичный крафт, то есть это... Нет, все-таки 6 добьем. Древесиночки 6 штук. Я все-таки одновременно и на лайв, и на основу выложу эту серию, потому что, ну, как-то некультурно получится, если сначала выложу на лайв без вырезанного кашля, а потом, мол, о, типа, смотрите, я смонтировал, мол, я такой человек, которому лениво было выложить нормальную версию сразу. Ох, так, планочки, понеслась. Дверь теперь.
Есть. Ставим мы дверочку и все. Теперь добываем один камень. Наверное, видосики в ближайшее время будут очень-очень маленькими. Возможно, даже и по 2-3 в день будут выходить. Но ежедневно. Потому что все-таки записывать до жути трудно. Честно. 10 минут. Понимаю, что мало. Тем более, только первая ночь. Но горло у меня уже устает. Так что попытаюсь сейчас за кадром помолчать и продолжить снимать. Ну, а пока что на этом, к сожалению, все. На этом все. Всем удачи. Обязательно комментируйте, ставьте лайки. Мне очень важны, честно, ваши комментарии. Прям вот недавно начал их перечитывать, и так смотришь, блин, так лампово, все радуются, когда выходят видосы. И я сейчас осознаю, что у меня хангер бар уже в нуле, поэтому нужно сразу квитить. И всем удачки, до второй серии. Всем пока.